Итак, жук Зафобос. Вот сразу же реакция. Червяки, червяки, какая гадость. Так, давайте разбираться постепенно, почему, собственно, червяки-то. Он посмотреть внимательно. У каждого насекомого по 6 ног. Разве у червей есть ноги? А вот теперь он там по пню расхаживает крепенький такой черный жучок. Только чур не путать его с жужелицей, на жужелицу он не похож. И постоянно вопрос, кто тут кого ест? Жуки этих червяков? Червяки этих жуков? Ну что ж, иногда, конечно, бывают проблемы отцов и детей. На самом деле жук – взрослое насекомое. А червеобразную форму, но с ножками, имеет личинка жука. Многие удивляются, как же так? Личинка – детеныш, значит, больше, чем взрослый. Да, так оно и есть. Вот он, этот таинственный червячок, который многие находят отвратительным, не без подачи фильмов ужасов. Ну, полагаю, что какой-нибудь режиссер посылает своего помощника в зоомагазин. 100 грамм Зафобоса быстро купить, у нас сейчас будет страшная сцена. Значит, черви копошатся среди там посуды, среди инструмента. Ну все, какое-то кошмарное запустение. Конечно, зафобосы не живут в домах, но ведь страшно. Ведь копошатся, ну, наверное, это вообще могильные черви. Да нет, зафобос в домах не живет, делать ему там нечего. Как любое насекомое, личинка нашего зафобоса имеет сегментированное тело. Вот каждый сегмент у этой личинки отмечается более темной полосочкой, как вот ожерелье или пирамидка детская. Отсюда, кстати, само название «насекомые». Помнится, я во втором или в третьем классе написал «насекомые». Учительница спрашивает, Ткачев, каким словом ты проверял слово «насекомые»? Насикать, что ли? Меня аж уши покраснели. Оказывается, от слова «насечка» – «насекать». То есть тело насекомого разделено на сегменты, как бы насечки. Блестящие коричневые полосочки. Голова у насекомых есть, в отличие от червей. По крайней мере, у взрослых насекомых, у всех, да и у личинок, как правило. У нашей личинки голова черная. Потом идет грудной отдел, 3 сегмента, и на каждом сегменте по паре коротеньких ног, довольно цепких. Вот видите, сейчас личинка идет заду наперед, дает задний ход. Ноги только на грудном отделе, их, как положено, 3 пары. А длинненькое брюшко едет, как на салазках. Кожа у зафобоса очень гладкая, поэтому он скользит себе и скользит. Можно головой вперед, можно хвостом вперед. Ну, конечно, неправильно говорить про насекомое «хвост». На самом деле это кончик брюшка. Из кончика хвоста экскременты не выделяются. А у насекомых, естественно, анальное отверстие на конце брюшка. Так что, конечно, это не хвост, это брюшко. И вот отлично мы движемся как головой вперед, так и задним концом вперед, что очень удобно. Зафобос личинка суетливая, подвижная, потому что там, где они живут, еды мало. Не будешь все время ползать, ничего не найдешь. К тому же сухо, воды нет. Но у них так хорошо устроен обмен веществ, они ухитряются из совсем несочных кормов все-таки в процессе обмена веществ извлекать необходимую для организма воду. Если бы в этих засушливых местах не жили бы подобные насекомые, всякий растительный мусор, какие-нибудь мумифицированные трупики мелких зверьков, птиц скапливались бы и скапливались. Не равнина была бы, а помойка такая засушливая. А они все это перегоняют в почву. Такие вот дворники, можно сказать, санитары. Ну, про бабочку-то мы все помним. Гусеница становится бабочкой, до этого проходит стадию куколки, а вот про жука забываем.
А между тем у жука тоже полное превращение. Вот это... Личинка жука обязательно должна пройти полную переплавку. У жуков, в отличие от бабочек, куколка вот такого открытого типа. Видите, можно, в общем-то, даже отдельные ножки вот подсовываю ноготь под них. Они вроде бы как отдельные, но кажутся слепленными из воска. Возмущается наша куколка, видите? Крутит брюшком, сердится, не трогайте меня, чего пристали. Уже видна голова жука с заложенными усиками. Вот только брюшко слишком длинное, сырое такое, зато подвижное. А будущие крылья не на спине, где им потом должно будет находиться, а завернуты на брюшную сторону. И пока еще очень маленький, он прямо между лапок такой лепесточек. На самом деле двуслойный. У жука же 4 крыла, 2 жесткие, в данном случае они будут черными, а 2 прозрачные, чтобы летать. Все уже заложено, но ничего там еще нет. Куколка образовалась недавно. Мы эти куколки обычно выкладываем вот в маленький лоточек, чтобы видно было. И вот представьте, даже не помогает. Прочитав слово «куколки», все сразу говорят, а, значит, будут бабочки. Ну, в данном-то случае не бабочки, а жуки. Вот этот жук сегодня празднует совершеннолетие. То есть он вышел из куколки, сбросил ее тоненькую оболочку, но, как видите, он еще не черный. То есть название чернотелка с черным телом, а зафобос именно относится к семейству чернотелок. Пока что ему не подходит. Похож он на какое-то непропеченное печенье. Вон ножки поджарились коричневые, передняя спинка тоже уже потемнела, голова почти черная. А вот надкрылья совсем светлые, действительно как непропеченное тесто. Но жучок настоящий красавчик, смотрите. И усики, и ноги с коготочками. Все у него новенькое, только что с конвейера. Чистенькое и крепенькое. Но пройдет еще больше суток, прежде чем он весь потемнеет. И то некоторое время он будет все-таки не черным, а таким довольно красивого коричневато-вишневого цвета. Это знак юности, только что отпраздновавшего совершеннолетие взрослого жука зафобоса. Надо сказать, мы не ожидали, что эта экспозиция вызовет такой бурный интерес. Но, положа руку на сердце, не всегда позитивный. Ну, простим не слишком воспитанных мальчишек, которые, увидев эту экспозицию, извините, начинают имитировать приступы тошноты. Ну, как же, червяки – это гадость. А вот с точки зрения природы, зафобос-существо нужно что-то вроде дворника, санитара. А с точки зрения домашних питомцев, некоторых птиц, например, в рацион которых насекомые входят в обязательном порядке, зафобос еще и очень вкусен. И в зоомагазинах его, конечно же, продают в качестве кормового насекомого. Ну что ж, нас вечно пугают тем, что когда-то белок насекомых войдет и в наш рацион. Ну, по крайней мере, страшного в этом ничего нет.